Клиент звонит, хочет поговорить. Я не хочу сейчас переписываться. Ну, и переключилась сразу. Молодец. Это сейчас правильно сказал. Вообще мы в горах. Даже вы не хотите. Все на WhatsApp меня. То есть мы звоним конкуренту вашему. И... Ну, я пока сейчас ничего комментировать не буду, что меня заставляет ждать. Ладно, всякое бывает. Но уже начинает раздражаться. Алло. 47-я секунда. Это топовый отель, да? Ну, как это? Ну, сейчас. Алло. Извините, пожалуйста, отель Светлана. Понял. Все, сгладили, все нормально сейчас. Светлана, скажите, пожалуйста, я вот сам с Нижнего Новгорода. Хочу к вам приехать, вот детокс-программу пройти. Очень хорошо, будем вам рады. Ага, а что у вас там по ценам вообще и датам свободным, номерам? А вы у нас были на сайте на нашем, заходили к нам? Ну, заходил, смотрел. Угу. Вы именно на детокс ходите, да? Ну, я не знаю, какие у вас там виды есть, я немножко запутался. Так, а у вас есть WhatsApp на номере? Есть, да. А продиктуйте еще раз ваш номер. Так у вас он определился? Да, вижу. Ага. Так. То есть это лишние 803, вопросы. Да? Да, все правильно, да. Вот лучше уточнить. 3. У вас номер заканчивается на 09, правильно? Только вот это надо спросить. Я говорю, да. Так. Ага. Как вас зовут? Владимир. Владимир. Неужели на меня пошлет на WhatsApp? Владимир, давайте я вам на WhatsApp сейчас информацию вышлю, и вы поймете. Клиент звонит, хочет поговорить. Я не хочу сейчас переписываться. Ну да, давайте, да. Вы когда хотите, с какого числа, чтобы я уже стала? О, молодец, хотя бы сейчас пытается. Ну, вообще, где-то с конца июля хотелось бы посмотреть, какие там даты свободные есть. Конец июля? Угу. Конец июля, и на сколько? У нас детокс 7 дней, 14 дней, сколько? Ну, посмотрим, по ценам нужно посмотреть, все это 7 дней, наверное, нормально. Угу. Все хорошо, все, я тогда вам вышлю все. Сейчас, подождите, а вы можете рассказать? Рассказать про детокс? Ну, вообще, помните, я вам вопрос задал про цены, про условия и вот какие программы у вас есть? Ну, цены у нас разные. То есть у нас, смотрите, есть номера одиноки. Видите, она фактически меня отпустила. И не захотела меня как вдохновлять, говорить со мной, создать образ там у меня. У нее ощущение, что я WhatsApp прочитал, и я уже дозрел. Она права, что WhatsApp нужно отправлять, да, но не права, что... То есть в эту сумму входит 2900, это для одного. Есть более комфортные номера, которые с террасой, чтобы можно было позагорать, все такое, 34200. Угу. Вот такие номера у нас есть. И 27200 это вот средняя цена. Угу. Угу. Но это вместе с программой. И вопрос какой мне задать, как вы думаете? Уже. Входит. Что вам ближе или сколько вообще планируется? Тогда могу вам прислать, чтобы вы посмотрели. Угу. А если с семьей 4 человека, то это как? 4 человека, ну тогда вам 2 номера, скорее всего, нужно будет. Угу. А у вас дети маленькие, да, или? Да, двое. А сколько им лет? 7 и 2. 7 и 2. Но дело в том, что мы с детьми. Не берете с детьми? У нас, видите, у нас такой вот отель, когда все в такой тишине, у нас тут релакс, ага. Музыка, никто не А вы детьми берете, да? То есть, чтобы люди отдохнули. Вроде я не слышал, что вы не шумели сильно, я имею в виду другие дети. Вроде да, как-то... У нас вот такой, может быть, ну, разные, бывает, вы оставите, приедете, отдохнете. Ну, знаете, как я вот собаку в собачьем питомнике сейчас вставляю. А, в принципе, для детей тоже есть какой-нибудь питомник, если есть в Сочи. Я вам не подскажу. Не слышала, по крайней мере. Ага, ну не может, знаю. Бабушки, может быть, бабушки согласятся побыть там недельку, это же недолго. Да это... После бабушек они могут вернуться уже другими детьми, которых надо долго перевоспитывать. Но зато вы отдохнете немножко. Что? С женой. Угу. Скажите, а вообще в детокс-программу у вас что входит? Детокс, там очень много процедур. У нас консультация диетолога, нутрициолога. Там если какие-то анализы, нужно сделаем анализы. Вот. И потом у вас диетолог
назначает процедуру. Помните, я говорил вам про цифры, помните, да? Вот так чуть хаотично она говорит, вот хорошо когда говорить. Она же сказала цифры, 20 тысяч рублей, 20 700. А сейчас сказала бы, знаете, в детокс-программу у нас входит вот три основные части. Помните, я говорил вам, да? Три основные части. Первый вот это, второй вот это, третий вот это. Печень почистите, кишечник почистите, то есть это вот все входит. А печень вы как чистите? Это вот для пьющих, да? Ну нет, там получается, что вы суспензию принимаете, и там вот в определенные часы там грелочка вам выдается, там 6 часов утра. Вот. Ага. Понял. Ну, то есть это под наблюдением врачей, у нас медсестры, все за вами будут следить, смотреть за состоянием. У нас все очень серьезно. Угу. Понял. Ну, давайте я вам на WhatsApp всю программу пришлю, чтобы вы ознакомились. Вот я поэтому понял, говорил, я хочу ее финальный вопрос ее. Да, конечно. Все, договорились, сейчас я вам пришлю. И потом, если что, я сам вам перезвоню, да, или вы мне будете звонить? Ну, на WhatsApp будем общаться. Ага. Если нужно, позвоните. В общем, не хочешь нам звонить? Угу. Не напрягаться не хочешь. Ага, ну ладно, ладно. Все, договорились. Угу. А сейчас, секундочку. Да. Как вы сейчас вас зовут? Светлана. Ага, Светлана. Светлана, а скажите, а у вас вообще много номеров? У вас большой отель? Ну, у нас маленький отель, 18 номеров, у нас бутик-отель, эксклюзивная мебель у нас стоит, очень шикарная в номерах, категория номеров очень высокая. Вот я задал этот вопрос, вот как вы думаете, зачем клиент такой вопрос задал? Значит, ему что нужно? Ага. Поэтому мы все делаем для вашего отдыха, для релакса, чтобы вы отдыхали. А я бы задал вопрос, а вам как, у вас какая задача главная? Вы хотите больше восстановиться или отдохнуть? То есть надо... Она, видите, она постоянно отвечает на мои вопросы, и как будто я ей не интересен. Вы ощущаете, что она не пытается про меня узнать чуть больше? Чтобы зацепить на меня, говорит, ну я хочу вообще больше, как движухи хочу как-то. И тогда, если это подражение будет, тогда, ну, у нас тут Сочи недалеко, тут буквально 15 минут любая часть города, при этом вы будете и восстанавливаться, ну и как-то в движение, например, до моря доезжать. Или, если что, есть другой отель, Гринхаусом, поближе к морю, может быть, вам лучше туда. Там какая-то движуха должна была нам сказать. Море недалеко. О, слышали, да? Вот. Ага, понял. Да, это море, оно море-то видел 10 раз. Ну, вообще мы в горах, если честно, мы расположены прям вот... И переключилась сразу. Молодец. Это сейчас правильно сказала. Вообще мы в горах. Сочинский. Если знаете Сочи, это вот гора Ахун. Знаете такую гору? Угу, Сочи. Угу, слышал, да. Вот, мы прям вот находимся по дороге на Большой Ахун. Угу, угу, и ясно. И вот в горах... То есть я хотел вам пояснить разницу. Или ты рассказываешь, вот как сейчас она говорит, или ты рассказываешь просто по наитию, что знаешь, или ты рассказываешь, отталкиваясь от того, что говорит клиент. Единственное, что сейчас ставил, это, ну, на мне Сочи это, видел я это море. О, не Сочи, я говорю, ну, это море мне. А она начала про горы. И не пытается у меня сильно спрашивать, как там мной интересуюсь. А видите, я специально ее разговариваю, да я понять, что я хочу поговорить. Алло. Я человек с психологическими... Да, я здесь, я понял. Я человек с психологическими проблемами. Я хочу поговорить с людьми. А она не хочет от меня. От меня все избегают. Даже вы не хотите. Все на WhatsApp меня. Ладно, я все понял. Ясно. Ну, пришлю я вам сейчас ссылочку на сайт, программу пришлю, номера. Посмотрите, хорошо? Ну, скиньте мне прямо сейчас, ладно? А то я сейчас еще один отель смотрю здесь. Там тоже что-то говорят, детокс непонятно. Сейчас тоже, там видео какое-то мне отправили. У вас видео или фотография? Ну, скиньте вообще что-нибудь, ладно? Жду. Хорошо. Все, давайте, побыстрее. До свидания. Ну, вот такая вот у нас девушка. Да, кстати, а у вас есть желание, чтобы мы позвонили еще вашим клиентам, которых надо подожимать? Друзья, вам уверен, нравится это видео. Возможно, вы смотрели уже и другие, и я так делаю каждый раз на живых тренингах. Не для того, чтобы показать, какой отдел продаж той или иной компании плохой, а для того, чтобы указать на те моменты, которые можно улучшать в вашей организации. Если вы хотите системно улучшить свою работу, работу компании, в вопросах не только телефонных звонков, а еще и мотивации сотрудников, правильного найма менеджера по продажам, правильной систематизации их действий, автоматизации процессов, то тогда проходите системный отдел продаж, системный отдел продаж, системно прокачиваете навыки своей команды. Ссылка чуть ниже. Якуба на Ютубе.